И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Трэш Free Fire. И на этом видеоролике мы будем проверять настройки Redface. И мы погнали. Заводим ультиматум. Идем проверять настройки Redface на ПК купил. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Если будет 100 или 50, давайте, если хороший актив будет, я палю настройки Redface на ПК. Если... Если будет нормально актив, ну хорошо. Где-то 200 лайков будет. Если 200 лайков будет, я палю настройки на телефоне. Куплю за 200 рублей. 200 рублей куплю. И бесплатно вам отдам на любой телефон. Вот. Вообще в тело не попадают нормальные настройки. Если хотите, бесплатно отдам за 100 лайков. Если будет сразу 100 лайков, я сразу отдам. Он уже вышел, давайте я уже выйду. Давайте второй бой поиграем. Покажу, как летит нормально вообще. Без каких-то софтов, без эмотиков. И так далее вообще. Ничего нет у меня вот. На телефоны настройки палю на 50 лайков, давайте. Если 200 лайков будет, я у Redface куплю настройки за 200 рублей и вам отдельный видос сниму. Ну, теперь уже так не летит. Вот. Нормальные настройки. И напишите в комментариях, пацаны, если нормально летит. Напишите в комментариях еще у какого ютубера купить настройки. У Imagi тоже купил, но я сейчас еще отдельное видео сниму для Imagi. Я у всех настройки Азама Трэшера тоже куплю. Там донат 500 рублей скинул. Ну, он уже не играет. Все, все выходят. Пацаны, давайте 200 лайков. И настройки на телефоны. 100 лайков давайте наберем. И настройки другого ютубера. И плюс настройки Redface палю. У меня там отдельный видос настройки был, но эти настройки не Redface, это мои были. Но сейчас настройки Redface. Можете дать в ВК свои, я там напишу за 100 рублей, да, за 100 рублей продам настройки. Вот второй вообще тоже нормально. Короче, всем спасибо за просмотр данного видео. Ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока. Вот, пока.